Самара приняла матчи последнего тура регулярной части студенческой баскетбольной лиги ВТБ. 8 игр прошли в спортивном комплексе СамГТУ. Команды боролись за шанс попасть в плей-офф. За поединками наблюдал Кирилл Козин. Со скамьи студенческой на скамью баскетбольную. Самарскую область на соревнованиях представляет команда «Энергия СамГТУ», самая молодая в лиге. Рекордное количество первокурсников показывать хороший баскетбол не мешает, но опыта все-таки маловато. Отрицательно сказалась и серия травм у нескольких основных игроков. По итогам регулярной части сезона «Энергия» в плей-офф не попала, заняв 13 место. Две игры, вот первые, когда мы проиграли по 2 очка, они были интересные, ну, лично для меня и для зрителей, я думаю, кто приходил. Ну, и по накалу. Ну, жалко, конечно, что проиграли. Могли выигрывать их. И не могли выигрывать, причем спокойно, по 10-15 очков. Но, наверное, я не знаю, ширины, ну, скамейки не хватило и больше состава. Лига ВТБ – это новый уровень студенческого баскетбола. Сезон 2016-2017 для нее первые. Участники – 16 лучших команд со всех вузов России. Игроки не имеют профессионального статуса, но выкладываются на полную, ведь лига – шанс сделать первые шаги уже в серьезной спортивной карьере. Студенческая лига очень нравится, высокий уровень игры, очень сильные соперники. Для нас, для Крыма, это как воздух для баскетбола, потому что там мы нигде не играли, у нас не было ни студенческих соревнований, ничего. А здесь просто... Вот для студентов это просто прекрасно, да. У 8 команд, которые вышли в плей-офф, впереди серьезные игры. Но самарцы тоже не расслабляются. Тренировки и работа над ошибками. В скором времени начнутся не менее престижные соревнования. Лига Сергея Белова. Кирилл Козин, Вячеслав Потоцкий. Новости губернии.